Дорогие ученики, дорогие абитуриенты, приветствую всех. Меня зовут Иванова Наталья Анатольевна. Я репетитор Ассоциации репетиторов. Я работаю с ребятами, которые планируют поступать на факультеты журналистики. Готовлю их к дополнительному вступительному испытанию, творческому конкурсу. Мы учимся грамотно писать эссе или выполнять другие типы заданий в других жанрах, а также готовимся к устному собеседованию, к самопрезентации, грамотному выстраиванию диалога с комиссией, а также грамотным ответом на вопросы, подачей себя, к умению ответить кратко, полноценно, не растеряться, грамотно объяснить вашу позицию и ответить на вопрос без воды, и корректно уйти от ответа, объяснив, если вы не знаете полный ответ на вопрос. А также я работаю с учениками по английскому языку и по редкому литовскому языку. По этим двум направлениям, языкам, я работаю по программе МГИМО МИД России, где я преподавала об этих языках. Что касается литовского, я являюсь носителем билингва. Буду очень рада работе с вами. Каждому из вас желаю достичь своих целей. И буду очень счастлива, если мои занятия, если ваша работа со мной приблизит к вас к достижению ваших целей. Всем желаю успеха и быть счастливыми людьми. Спасибо большое.